Бытие, глава 7. «И сказал Господь Ною, «Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде этом. И всякого скота чистого возьми по семи, мужского пола и женского, и из скота нечистого по два, мужского пола и женского». Также и из птиц небесных по семи, мужского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли. Ибо через 7 дней я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей, и истреблю все существующее, что я создал с лица земли. Ной сделал все, что Господь повелел ему. Ной же был 600 лет. Как потоп водный пришел на землю. И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег от вод потопа. И из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из всех присмыкающихся по земле по паре мужского пола и женского вошли к Ною в ковчег, как повелел Бог Ною. Через 7 дней воды потопа пришли на землю. В 600-й год жизни Ноевой, во 2-й месяц, в 17-й день месяца, в тот день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. В этот самый день вошел в ковчег Ной и Сим, Хам и Афет, сыновья Ноевы, и жена Ноя, и 3 жены сынов его с ними. Они, и все звери по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, присмыкающиеся по земле по роду их, и все летающие по роду их, все птицы, все крылатые. И вошли к Ною в ковчег по паре от всякой плоти, в которой есть дух жизни. И вошедшие мужской и женский пол всякой плоти вошли, как повелел им Бог. И затворил Господь за ними дверь. И продолжалось на земле наводнение 40 дней, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею. Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На 15 локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы. И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных, все истребилось с земли. Остался только Ной, и что было с ним в ковчеге. Вода же усиливалась на земле 150 дней.